Ну и погодка, она намерена добавить жару, который придет довольно широкой полосой из Индии и Китая, где уже несколько месяцев люди страдают от избыточного тепла, а кто-то даже гибнет от теплового удара. Поэтому нам сейчас с вами лучше устраивать себе сиесту днем. На выходных температура воздуха в крае поднимется до плюс 36. В Хабаровске синоптики ждут около плюс 32. С понедельника характер погоды станет неустойчивым. Время от времени могут идти дожди. Температурный фон понизится на пару градусов, то есть до плюс 29, плюс 34. Так сработает холодное Охотское море, которое при соприкосновении с азиатским теплом будет устраивать конденсат, то есть осадки. Сильными они могут быть как раз на границе суши и моря, то есть на побережье Татарского пролива и на востоке района имени Лозо. При этом самое интересное в погоде начнется после того, как Охотское море потеряет свою силу или начнет его терять. И в этот момент к нам начнут протискиваться тропические тайфуны. Вот тогда-то мы с вами и увидимся. Это будет примерно через неделю.